Разбелом вот этого цвета полностью избавишься от белого. Жирненько или... Нет, не жирненько. Примерно вот в такую меру. Вот в такую меру полностью избавишься. Чуть влажненько. Но проблема бренда, все равно. Просто нам нужно вещество краски нужного цвета. А мы его сейчас накидаем и дальше пойдем. Ну, вот там-то должно быть жирный, у нас стоит, а этот летит, который пониже, вот он полетел. А вот этот лежит. Таешь, это ты придираешься к себе. Значит, уложишь темноты и дальше. Голубой, коричневый уложишь дорогу. Давай. Вот доуложи. Все доуложи. Да. Ой, откуда столько влаги? Вытери всю. Слегка перемололи, а получается сразу вот это. А получается сразу вот этот полоса. Нет. Смотрите. Чуть-чуть следочек виден. Но особенно важно, чтобы было видно, чтобы была видна полосатость дороги. Уходящей дороги полосатость. Вот такая полосатость, ты ее довела до однородины. Я замазывала куфе. А она-то полосатая. Смотри. И вот эту полосатость насадить. А потом чуть с разбелом. Почти сухой, да? Сухонько, да. Лежачей абсолютно кистью сделать идею горизонтали. Смотри, она полосу не съедает. Не ювелирная, а деликатная. Полоса не съедается. Получается идея ткани. Полотна дороги. Угу. Посмотри. Да, я передаю. Угу. А ты просто сначала так, потом так. Горизонтально. Вот. Лежачая кисть. Очень деликатное прикосновение. Хорошо? Все, тоже. Но сначала полоса, да. То... Не до однородины довести, а полосато. Причем подразумевать здесь светлее и розовее. Там и светлее, и розовее. Подразумевать это. Это уже асфальт. Да. Единственное, что он слишком голубой и не имеет... вот этой теплоты, не имеет вот этой светлоты. Поэтому чуть-чуть ее понасадить. Смотри, там задник светлее, чем дорога, да? Светлее, чем дорога. Есть такое? То есть различаем такие вещи. Светлее чуть-чуть здесь. Полосатенького не хватает. Еще раз, когда я потом провожу вот эти линии, я провожу с той кистью перпендикулярно или прям вот так будет? Покажи, как ты. Я вытирала. И потом вот так вот. Правильно. Смотри, вот краска прошла, вернее, полотно прошло. То есть полоса осталась, да? Но она легла, дорога. Она перестала быть вертикальной. Она стала горизонтальной. Супер, а что дальше? Ты понимаешь? Да. Ну это ж уже, да? Ну просто не хватает розового, насадить этот розовый. Не хватает темного, насадить этот темный. Ну как? Всю тряпкой делаем. Ну, тряпкой. Можешь пальцем.
Вот это вот ни к чему. Здесь история чуть-чуть другая. Здесь вот такая история. Вот такая. Нет там бахромы. Вот такая история. Смотрите, смотрите. Тогда и это тоже. Ровно так, да. А потом все это должно быть подвергнуто сбитию. Ну все. Очень жаль. Вот это тоже надо, да? Да. Чуть-чуть к этому добавим каменности. Видишь, там камни. Вот они, вот они. Чуть-чуть к этому добавим вот это. Ну да. Ну только сначала сбреешь эту густятину невкусную. Вот оно. Что-то такое. Ты понимаешь? Вот. Это я смогу. И дело. Только здесь чуть темнее, да? В цвете может быть где-то чуть агрессивнее. Здесь розовее. Смуглее. И как правдоподобненько. Ого. Одна гора заслонила другую. А это сразу дает километры расстояний. Дает? Значит, когда это сделаешь, начнешь искать товарища. То есть он где-то в прямоугольник устремлен, да? Хорошо. Да. Хорошо. Сначала делаешь это. Делаешь тенечку чуть-чуть. Сейчас. Делаешь, когда уже кое-что станет по силуэту похоже. Темнятину. Это прикольно. Не прикольно. Ты понял? Да. И оно у тебя было все голубое и голубое. И продолжаешь недооценивать. Так розовый толками не положено. Голубой, розовый даст тебе гораздо более приятный цвет. Гораздо более. Ну и что? Ну если он зеленый человечек. Зачем он нам зеленый? Еще раз порисую. Вот это вкуснее. Из-под него, из-под теневой вот я куда, свет. Я сверху куда пыталась под него положить. Из-под него свет. Вот это красиво. Кисть возьмешь тоненькую и будешь чуть что подыгрывать кистью. Ладно? Да. А я пальцем. Например, ну правильно, до поры пальцем. А теперь еще и кистью.
всякие штуковинки. Будешь брать вот этот цветочек и подложишь вот этот пожар. Из него же уже затушат. Правильно. Так, сейчас. Вот с тенями под ним, где, по-моему, маловато. Чуть-чуть их. Либо кистью, либо мастихином. Так. Я не понимаю, почему у него такой свет. Это у него ближняя фарочка и ближняя все включена. Очень было бы классно, если бы там был бы свет. Вот просто можно включить фарочку и все. Это прикольно? Нет? Слишком? А мне кажется, классно, что там такой вот именно объем стоит. Вот он динамичный. Это же брат. Сейчас опять. Там не так выражено, да? Смотри, да, у нас уже позвучнее. И видно, что это сумерки, потому что он весь контражурный светится, сразу видно, что это сумерки. Вот эту идейку чуть-чуть там. А вот эти вот штуки, там вроде какая-то заявка. Или я намельчила? Скорее наоборот, накрупнила. Я все пытаюсь что-то как-то уточнить, а здесь все было самообывательно. А, да, получше. Смотри, какая там тонкая, ну, вот эта вот линия, тонкая. У тебя она толстуха. И от этого нет ощущения ухода вдаль. И что там уже краска? Может, штатив тебе сразу здесь. Чего здесь можно купить? Все можно. Все. Ну, сейчас все это. Хорошее. Ты уже пробовала? А чего такое? А он есть? А то я звонил, говорят, что его не нужно. А кому? Девочка какая-то. Хорошо, там все не стоит. Да, не было. То есть у вас на джип выдавайте на волос? Взяла вот что, сапа. Смотри, одна гора заслоняет другую, появляется дальше. Почему там уже 4 часа? Появляется? Да. А вот это вот у меня вот тут уже немного уже там не нашел. Нет, не съедоба. Он вот здесь с обрывчиком, здесь на самом деле сам такой. У него, смотри. Можно пойти. А если ты людям раньше купить, можно? Там вот там кое-что. Ну, может, у меня вырезать вот эти контражурные? Тяжело выдержать. Вот эти вещи. Сейчас. Не, она без меня. И немножко одно в другое запутать. То есть ты сейчас кистью заудачнее парня, да? Да. И потом мы положим вот эти полоски. Я сама, наверное, немножко огромная. Она рыжая, нам не выгоден рыжий. Почему? Она красивая, мы... Если здесь это невкусно ляжет,
ее поправить будет тяжело. А, она будет зеленеть на голубом? Да. Поэтому лучше... Просто беленький. Просто беленький. Там уже кистью. Ага. Ага. Ну, я сделала двойную ногтю, чтобы в серединку раз... Сейчас, ага. Мне кажется, что вот этот длинный, вот этот длинный, вообще будет асфальт. Нормаляк? Нормально. Так, я уточняю кистью мужика. Да. Супер. Так. Ну, хорошо вырисовала. Очень хорошо. Ну, вот суперски хорошо. Личиками... Молодец. Очень жалко его дальше трогать, потому что уже перетрогнули. Спина есть, каска есть, зеркало есть. Ну, сейчас попробуем чуть-чуть. Сгорания не было. Нормально. Можно было бы, конечно, здесь еще повыкрутасничать, но и так красиво. Побольше таких картин пишу. Ты, я думаю, с ней совершенно разобралась. Вообще для тебя.